Всем геройщикам привет! Друзья, новый выпуск геройской БВГДки, новые слова на буквы R и S. Усаживайтесь поудобней, будет интересно. Разбивка нападения героем на какую-то охрану с целью сбежать и выкупиться в какой-то таверне. Делается это в первую очередь для того, чтобы экономить очки передвижения. Дабы вы не накосячили во время разбивки, советую вам при этом иметь первую скорость или тактику на героя, на котором хотите разбиваться. Ну, допустим, я вот такой жесткий астрал, который пополняет ману, и что, завтра идет бить королей циклопов, что ли? А где я разбивку потом найду? Я хочу коробку взять. Разгон — это когда в армии героя остается самый быстрый юнит для того, чтобы на следующий день получить дополнительные очки передвижения. Да, и вот еще что. Максимальная скорость юнита на разгон именно 11-я. Соответственно, все, что выше, уже не имеет смысла. У героя все равно будет 2000 очков передвижения. Если, конечно, у него нет каких-то дополнительных опций на большую скорость. Но есть котел и есть кал, который потенциально может что-то отбивать. Верно, верно. На чертях сейчас будем разгоняться. Разбежка. Процесс найма героев и полной разведки в первые пару дней игры. Хорошая разбежка. Мелкий рез пьяный. Рамп – это сокращение от английского названия эльфийской расы Рампарт, что означает «город-оплот». Это был Инферно плюс Рамп. Resurrect – сокращение от Resurrection, английское название заклинания воскрешения. Стоит упомянуть, что для того, чтобы ваши воины остались в армии после битвы, вам необходима как минимум продвинутая магия земли. Ману пополнять у меня 60 маны, если будет Resurrect костей. Постройка была сегодня. Ресать, используя заклинание Resurrect, то есть воскрешать своих юнитов. Респ – это, собственно говоря, ваша стартовая зона. Короче, по-моему, это лучший расклад из того, что у нас был. Ну, именно стартовый респ. Рест – сокращение от рестарт. В классических играх вам предоставляется 2 рестарта на первый день. Для того, чтобы воспользоваться им, просто пишите в чат 111. Либо же 1 рестарт на 112. Да, кстати, играя на синем цвете, не допускайте типичную ошибку новичков, когда они пишут первым свое слово. Не забывайте о том, что всегда первым слово пишет именно красный игрок. Я, наверное, рест должен брать на второй плюс. Или не должен. Рефьюга. Какое-то прям обковерканное английское слово refugee, что означает лагерь наемников. И рефьюга есть. И еще один ящик. Еще ящик. Хочу это играть, ребят. Хочу. Рога. Юниты 6 уровня города-оплот единороги. Слепо. Сокращение от ослепления. Заклинание 2 уровня магии огня. Сейчас надо будет ставить этих, блин, тех. Слепо, кстати, хорошо, слушай, найдем грамотея, то слепо неплохо. Сракер. Вот так вот неподоброму называют рыцаря смерти Стракера. Ну, в принципе, оно-то и понятно. Он приходит с 3 стеками ходячих мертвецов. Что может быть хуже? Да, с моими сегодняшними генерациями. Не то, что тут на Стракере. Тут надо на ультра-гаутране каком-то играть, чтобы выиграть. Статы – это первичные характеристики героя. К ним относятся атака, защита, СП, сокращенно, спел пауэр, сила заклинания и знания. Стрелка – заклинание первого уровня, которое не относится ни к одной магической школе. Магическая стрела. Стрелки я не давал, ёпы, мне же стрелки. Бля, почему я стрелки не кидал? Друзья геройщики, как и всегда, лайки, комментарии и подписки на канал, в общем, вы и сами знаете. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока.